всем участникам сегодняшнего нашего мероприятия, кто приехал, кто выставил технику, всем огромное спасибо. Я хочу сказать, что у нас в крае создано и уже 5 лет успешно работает союз сторонников прямого сева. Вот куда входит порядка 40 сельхозтоваропроизводителей, фермеров, участниками нашего союза. Вот у нас принято каждый год проводить по 2-3 мероприятия обучающих семинара. До этого мы проводили их в хозяйство, готовили специально какой-то вопрос, приглашали ученых, специалистов, практиков, обменивались мнениями. В этом году по инициативе нашего исполнительного директора, кстати, я являюсь в союзе председателем совета союза, имея такую честь, нашим исполнительным директором является Расул Гаджиомарович, и вот по его инициативе, и он лично организовал, принес самую большую лепту в это вот мероприятие. Мы создали сегодня, сделали, мы назовем все-таки его обучающий семинар. Не просто выставка, посмотрел, хочешь купил, нет, пошел отсюда. А именно обучающий семинар, который вот в таком масштабе пригласили как можно больше народу. Поэтому еще раз вам большое спасибо. Я хочу, давайте поаплодируем, поблагодарим Расула Гаджиомаровича за то, что он это мероприятие организовал. То, что будет говорить, а что мы будем делать, я скажу позже. И хочу сказать, что нас, наутильщиков в нашем Ставропольском крае, очень сильно поддерживает Министерство сельского хозяйства наше краевое. Лично хотел поучаствовать в нашем мероприятии, но участвует наш министр Владимир Николаевич Ситников. Но, к сожалению, мероприятия там своим чередом идут. Ну а то, что нас министерство поддерживает, и поэтому является тем, что у нас присутствует первый заместитель министра, который курирует земледелие и растениеводство, мой однофамилец Вячеслав Викторович, и заместитель министра Ридный Сергей Дмитриевич, который курирует всю механизацию нашего Ставропольского края. Я Сергею Дмитриевичу предоставляю с удовольствием слово для приветствия. Пожалуйста, Сергей Дмитриевич. Спасибо, Виктор Корнеевич. Доброе утро, уважаемые участники семинар-совещания. Разрешите от лица министра сельского хозяйства Владимира Николаевича Ситникова, во-первых, поприветствовать всех наших гостей, кто приехал из других регионов, вот, и, конечно же, устроителям сказать большое спасибо. Ну и, конечно же, то, что мы собрались здесь на выставке на территории Ставропольского края, это очень знаменательно, потому что вы все помните прошлый год. Ставропольский край, к сожалению, были очень ужасные условия, не добрали 34% минус вала по сравнению с 2019 годом. И, конечно же, очень актуально вот все вопросы, связанные со благосбережением, ресурсосбережением, к которым мы относим как раз-таки технологии ноутил. И, естественно, мы знаем о том вкладе, который лично Виктор Корнеевич вносит со своей командой в развитие этих технологий. Мы знаем и подходы наших хозяйственников, которым интересны эти технологии, которые развиваются. Но мы видим, конечно, еще и много вопросов, которые необходимо, наверное, дальше и додумать, и дорешать. Поэтому вот эти семинары, которые призваны, наверное, обсудить опыт тех, кто уже занимается, услышать их. Я знаю, что будет и рассказы о тех опытах, которые в других регионах накоплены. Поэтому разрешите вам тоже пожелать, вот, что всех, кто сюда приехал, они услышали то, что хотели, и на свои вопросы. И, конечно же, пожелать, чтобы вот все-таки наш семинар прошел в деловой, такой открытой атмосфере. Поэтому, Виктор Корнеевич, спасибо все, что всех вы собрали здесь вместе с Расулом Гаджиомаровичем. Вот. Поэтому вам успехов. Спасибо большое. У нас очень добрые отношения, тесное сотрудничество сложились с издательским домом «Крестьянин». И сегодня он тоже является организатором сегодняшнего нашего мероприятия. Поэтому предоставляю слово редактору журнала «Крестьянин», руководителю клуба «Агрознатоков» издательского дома «Крестьянин» Гритчину Николаю Васильевичу. Пожалуйста. Спасибо, Виктор Корнеевич. Благодаря нашим ресурсам... Благодаря нашим ресурсам, печатным изданиям, а также сайту Агробук, каналу Агробук YouTube, о нашем мероприятии станет известно большому количеству наутильщиков и всех,
кто интересуется прямым посевом в нашей стране и за рубежом. Это уже известно, и много лет наш канал рассказывает об этой практике. И сегодня тоже будет интересный обмен мнениями, и будет много полезного высказано, и это станет достоянием большого количества людей. Желаю всем успеха.